In the middle of nowhere, как говорится, вот вход в Копенгагенский океанариум. Встречают нас бобры и выдры. We are building a new entrance, temporary access through the tent. Да, они строят новый вход, поэтому у них временный вход через вот эту вот палатку. Но от этого, я думаю, Копенгагенский океанариум хуже не становится. Сразу тебя встречают скаты. Можно их здесь погладить. Вода тепленькая. Вот такой красавчик. Приплыл. Людей вообще нет. Начинается все с малюсеньких вот таких вот аквариумов. Ну и, конечно же, мы сейчас будем продвигаться. Конечно же, мы сейчас будем продвигаться к огромному аквариуму. Ой, мой любимый почти спанчик. И вот основная красота. Огромнейший. Огромнейший экран. И можно сидеть и наслаждаться этой красотой бесконечно. Просто бесконечно.
Sometimes I feel like a